Гзум – это мозг наоборот, название – это реверанс в адрес Павла Перштейна, автора романа, в частности, «Мифогенная любовь каст», в котором этот образ встречается. Вот. И я планирую в будущем писать материал не только на тему редактуры и текста, но и заходить в сторону когнитивных наук, то есть более широко, потому что это один из моих главных интересов. Как работает мозг, сознание и так далее. Но сейчас это действительно маленькая авторская медиа о языке, о редакторском деле. Слово о словах. Была такая замечательная книжка. У меня была такая, да. Я помню. У меня тоже.